Всем привет, вы на канале Zord Game, и мы начинаем. Всем привет, сегодня посмотрим видео на канале Chicken Curry. Филипп Киркоров и Николай Басков, извинения за Ibiza, давайте посмотрим. Такое название прикольное, Chicken Curry. Чем-то на Бургер Кинга сразу вспомнилось. Сервис по бронированию отеля островок.ру. Укажем скидку. Раньше вы были мои любимые артисты, но сейчас вы оба скатились. Своим клипом вы опозорили всю Россию. Всю Россию. Не уходи, постой, фанатка. Мы заслужили все дизлайки. Не уходи, постой, фанатка. Кому теперь мне петь шарманку? Не уходи, постой, и прости тупых артистов. Мы хотели пошутить, но задели твои чувства. Это все ради искусства, но пробили. Интересно, а зачем они в тапочках снимаются? Многих подложили мы взрывчатку. Вы совсем там оборзели. Макал, козье семя. На моем лице сидели, а вы посидели. Не уходи, постой, фанатка. Не, ну так-то прикольно. Не уходи, постой. Да, мотив и бесы копировали Уилл Пампа, конечно. Наконец-то я сплагиатил сам себя. Не уходи, постой. Я не касался писи козла. Я не касался писи козла. Я не касался писи козла. Я не касался, он все сделал сам. Да, он не трогал меня там. Не уходи, постой, фанатка. Жесть. Мы заслужили все дизлайки. Говорите, что хотите. Для меня вы умерли. А что, у них фанатки только старухи получается, что ли? Да. Извинения приняты. Самотроллинг космического уровня. Вот что мы видим. Забытые певцы решили хайпануть. Ладно, ну что я могу сказать, в принципе, прикольный клип. Посмотреть можно, поугарать, я бы сказал. А что думаете вы? Напишите ниже в комментариях под видео, что вы думаете, понравился вам клип или нет. Ну ладно, всем спасибо за просмотр. Всем пока. А что думаете вы? Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Скоро будет новое видео.